федеральный закон 176 правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года с требованием к этим законодательствам. Значит, у нас театр на сегодняшний день происходит в первой категории. Первая категория – это высшая категория. Мы понимаем, что в театре проводятся большие мероприятия с участием детей, пожилых людей. Театр у нас 880 мест. Учитывая того, что коллектив большой, 300 человек, вы представляете, это очень большой коллектив, накапливается очень много народа. И контролирующими органами было предписание. В соответствии с предписанием мы этот забор устанавливаем. Устанавливаем для защиты наших зрителей, для наших гостей. И еще хочу сказать, большая территория. При тревоге они автоматом все шлагбаумы, которые есть у нас вокруг здания, они будут открываться. В том числе наверху, где у нас котельная, не огорожена. На сегодняшний день это неправильно. Там нет свободных вход, свободного доступа. Да? Такого